Всем привет! Очередной обзор вкусов протеина от производителя MyProtein. На этот раз вкус называется яблочная крошка и заварной крем, дословно. Но по сути это вкус американского пирога. Так, как обычно, разводится на 150-250 мл воды или молока. В этом вкусе 78 грамм протеина и в разовой порции 20 грамм, ну почти 20 грамм белка. Так, смотрим, вскрываем. Консистенция такая. Так, есть. Так, пены нету вообще, практически, по запаху. Больше запах сливок каких-то идет с небольшим привкусом яблока. Попробуем. Ну, вкус приятный, конечно, но такой достаточно приторный, отдаленно что-то есть яблочное внутри, такое послевкусие больше. А так больше напоминают какие-то сливки, такие не сильно жирные. Ну, в принципе, приятный вкус, но я думаю, на постоянку он достаточно быстро надоест. Вот такой мини-обзор. Подписывайтесь на канал, будет еще много плюсов.